Чтобы обеспечить своим автомобилем место во дворе, жильцы 159-го дома по улице Гагарина отгородили участок железными столбиками, повесили цепь и замки. Говорят, это мера вынужденная. Машин много, на всех места не хватает. Понаставят машин. Все, нам уже негде. Мы оставляем вон на той стороне, вот за домом, за домом. Это вот что, порядок нет? Почему мы должны кому-то там чего-то еще оставлять? Такой самозахват территории во дворе не всем жильцам пришелся по душе. Соседи начали писать жалобы в общественный совет. Были неоднократные жалобы от жильцов дома, от старшего по дому. Вот по поводу цепочек, по поводу незаконного захвата земли. Соответственно, мной, как управляющим микрорайоном, были проведены беседы с автовладельцами, которые ставят свои машины за цепочки. Но, к сожалению, данное мероприятие никаких ни к чему не подводит. Теперь от разговоров перешли к делу. Управляющий микрорайоном направит в местную администрацию фотографии двора. О самозахвате земли сообщат в ГИБДД. После этого вопрос рассмотрит административная комиссия. Организаторам парковки придется заплатить штраф. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов. События.